Всем привет, дорогие друзья! Итак, сегодня обзор покупок от компании Faberlic. И первое, что я хочу вам показать, это нейтрализатор запахов. Серия Faberlic Home, в таком голубом исполнении. Беру уже второй раз, хочу сказать, что очень мне понравилось. Называется «Нежный хлопок». Защита от неприятных запахов. Моментально устраняет самые стойкие, резкие и неприятные запахи. Освежает и придает легкий аромат. Без спирта и газов пропилентов. Хорошо работает на самом деле. Запахи нейтрализуют. У нас кошки, собаки, они бывают чудят. Прям классное средство. Я очень довольна. Вот смотрите, как можно использовать, где и в обувь, и, допустим, от сигарет. И грязное белье, и мусор, унитаз, кошки, собаки, машины и так далее. То есть на самом деле это средство испытано и хорошо работает. А это средство серии Home Gnome Greenly. Биоосвежитель воздуха. Он на мягкой воде. Биоформула ароматерапия, цитрусовый микс. Аромат на самом деле приятный, легкий, цитрусовый, но хочу сказать, что я не заметила, что он нейтрализует запахи всевозможные, но и сам аромат короткого действия, скажем так, то есть достаточно быстро выветривается. И то, и другое средство, очень бюджетный, вот нейтрализатор Faberlic Home. За 119 рублей можно приобрести. Ну а серия Home Gnome Greenly немного подороже. Там за 149 рублей можно приобрести. Иногда бывает и подешевле. Просто реально надо знать цены, мониторить и, соответственно, ждать, когда будут скидочки. Для своих мальчишек серия Barber Lab. Вот взяла шампунь и бальзам 2 в одном. Регулярно беру гель для бритья и умывания. Очень нравится, моим подходит, довольны. Ну и для сына еще, уже который раз беру, дезодорант антиперспирант шариковый. Хочу сказать, что серия достаточно недорогая, вполне доступная. И также бывают акции, скидки, и можно выбрать все подешевле. Моя любовь. Мыло для кухни, устраняющие запахи. Прекрасное средство, им можно и руки помыть, и тряпочки постирать, и с его использованием помыть в холодильнике. На самом деле прекрасно устраняет неприятные запахи и шикарно отстирывает тряпочки. Самая низкая цена, по которой можно купить, это 89 рублей. Вот. Бывает подешевле, бывает немного подороже, но я вот всегда ищу скидочки. Эта серия представлена большим разнообразием ароматов, и все они такие, вы знаете, стойкие достаточно, и, ну, прям любовь-любовь многих женщин. Если вы пользуетесь таким мылом для кухни, пишите ваши комментарии, нравится вам или нет, и какой аромат самый любимый. Также вот хочу сказать, что очень нравится мне вот этот крем для рук увлажняющий, нравится, алоэ вера. В моем составе более 200 биологически активных веществ, которые делают твою кожу мягкой и шелковистой. Я на страже твоей красоты. Крем для рук у меня уходит очень быстро. И именно вот этот вариант мне очень нравится. И также можно его приобрести по достаточно низкой цене. 79, там 89 рублей. Прям очень адекватная цена. Крем шикарный. Также часто приходится пользоваться дезинфицирующим гелем для рук. И его можно приобрести даже по цене 53 рубля за консультанта. Это самая низкая цена. Нужное средство, уже привычное для нас, в обиходе каждый день. Также очень часто со скидочками можно приобрести и зубную пасту. Это конкретно комплексная зубная паста с прополисом за 95 рублей. Это хорошая очень серия. Зубные пасты классные, именно Эксперт Фарма. Также подошел мне шампунь Эксперт Активное Питание. С ним вместе идет маска Активное Питание. Обеспечивает глубокий уход, активно питает волосы по всей длине, наполняя силой и ослепительным блеском. Насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до кончиков.
Вот так вот выглядит масочка. Мне эта серия подошла и понравилась. Хочу также оставить свой отзыв о туалетной воде «Футурия». В каталоге, кстати говоря, так и пишется «Футурия». Вот девчонки некоторые делали мне замечание, что и фьючи надо и так далее. Мы читаем не на английском языке в данном конкретном случае, а так, как написано в каталоге. Уж я не знаю, с какой целью это сделано. Достаточно интересная упаковка, необычная. Вот так вот все это дело выглядит. Как мне девчонки сказали, что эта туалетная вода оставляет такой какой-то интересный восточный шлейф. Мне понравился. Держится аромат прилично. Скажем так, если вот выходишь на работу, да, и в течение всего рабочего дня аромат присутствует. И девчонки, вот говорю, заметили, что от меня хорошо пахнет новым ароматом, поэтому, в принципе, можно брать. Я для себя, по крайней мере, делаю такой вывод и буду покупать эту туалетную воду. И самая низкая цена на нее может быть с использованием Faberlic Like. 600 рублей всего-навсего. А так цена каталога может достигать 1500 рублей и выше. Также приобрела вот такую пищевую добавку, коэнзим Q10. Достаточно дорогая. Здесь 30 граммов, 60 капсул по 0,5 граммов. Сейчас покажу, как выглядит капсула. Вот они вот в оболочке. Комплекс коэнзим Q10. Состав: масло льняное холодного отжима, желатиновая капсула, влагоудерживающий агент глицерин, вода дистиллированная, краситель бета-каротин, масло зародыша пшеницы, коэнзим Q10, витамин Е. Такой вот состав. Значит, одна капсула 2 раза в день используется. То есть это ровно на месяц. Ровно на месяц. Также всегда покупаю омега-3,6,9. Очень мне это нравится. И тоже вот всегда можно найти по скидочкам, когда цена достаточно приемлемая. Можно взять, допустим, за 390-450 рублей. А Фитополис коэнзим Q10, ну, там порядка 800-900 рублей тоже можно найти. В пределах 500 рублей можно взять. Ну и еще хочу показать, что набрала масочек. Маски. Выравнивающий тон. Маска для лица от компании Faberlic. Маска укрепляющая. Коллаген. И еще вот такая вот масочка. Гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние. Эти масочки тоже можно найти со скидочками. 95 рублей может стоить. Это самая низкая цена. Но эта маска чуть подороже, выше 100 рублей. Вот 100, 119, 129 она может стоить. Ну вот надо смотреть, еще раз говорю, каталог, изучать внимательно цены. Такой вот у меня замечательный, интересный заказ. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии, какие ваши самые любимые средства от компании Faberlic. Ставьте лайки. Всем пока-пока. До новых встреч.